Всем привет, друзья! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать на мой новенький видосик. Сегодня мы с вами продолжаем играть в мобильные игрушки. Ну а начнем мы с игры Dead Ahead Zombies. Но перед началом просмотра я буду вам очень сильно благодарен, если вы не поленитесь и отпуститесь под этот вот видосик и поставите мне свой лайк. Я уже играл ранее в эту игрушку, прошли мы уже с вами здесь две миссии и приступаем к третьей, в битву, ребятки. Да, третья миссия, как я уже сказал. Кстати, друзья, в комментариях можете написать какие-то прикольные игрушки, которые бы вы хотели видеть на моем канале. И не забывайте, кстати, подписываться на этот канал, потому что видосики реально выходят каждый день. Ладно, друзья, давайте тогда мы уничтожим этих зомбов. Нам, как и обычно, нужно просто пробить оборону. Вот пробьем оборону, и тогда мы их выиграем, ребята. Давайте второго нашего перца посылаем на него. Так, кристаллики, неплохо. Стоп, это не кристаллики, это какая-то типа энергия. За эту энергию мы с вами можем, в принципе, покупать себе таких вот бойцов. И, кстати, вот эти вот бочки, они тоже нам помогают, очень даже неплохо они нам помогают, потому что одной бочкой мы можем за раз уничтожить двоих перцев. Смотрите, даже троих сейчас постараемся завалить. Вот это было жестко, реально. Даже очень жестко. Так, второго перца бросаем. Тут зомби, они постоянно идут, поэтому нам нужно брать и просто разбивать это ограждение, ребята. Нам нужно срочно это делать. Так, бросаем его, есть, все, задавили. Отлично, добиваю еще этого зомба и разбиваю это ограждение. Кстати, эту игрушку мне посоветовали мои подписчики. Вернее, один подписчик ее посоветовал мне скачать. О, у него какая-то способность или что? Нам повезло, это юнит быстрее и проворнее других. Поддержите его. А как его поддержать? Смотрите, какой он молодец, он реально быстрый. Друзья, он даже очень быстро, так это мы так вот завалим. И все, в принципе, эта миссия выполнена. Кстати, прикольная игрушка, спасибо реально тому подписчику, который посоветовал мне ее скачать. Друзья, я читаю все ваши комментарии. Если вы предлагаете какую-то там скачать игру, я ее скачиваю, и мы с вами в нее играем. Так, ладно, у нас вторая миссия. Вернее, не вторая, а четвертая миссия, друзья. И что? Я могу получить этого перца? Давайте мы нажмем вот сюда вот и посмотрим, что можем получить. Так, фармер. О, мы уже фермера с вами можем взять. Кстати, я его еще раньше мог бы открыть. Да, я еще раньше мог бы его открыть, но что-то я это не сделал. И следующий наш боец, это какой-то билдер. Друзья, смотрите, какие тут бойцы прикольные. Вот, потом тут, наверное, какое-то соревнование будет. Короче, это онлайн-игра. Смотрите, новая локация. Короче, безумно крутая игра. Реально, спасибо подписчикам, что посоветовали. Друзья, пишите какие-то крутые игрушки, в которые вы играли. Либо, например, ну, раньше играли, либо вообще. Короче, какие-то прикольные игрушки обязательно пишите. Какая жалость. Он стал зомби. Друзья, ничего себе. И что, сейчас этот зомби укусит его или что? Да, реально, короче, все, он сейчас станет тоже зомби, мне кажется. Так, ну все, друзья, у нас следующая миссия. Кстати, вот этого чувак за 20 кристалликов вот таких вот я могу его, в принципе, купить. О, зомби сейчас сильные пошли. Так, а что это такое? А, это обычный зомби, это справочник. А вот это вот, получается, необычный зомби, да, немножечко? А что-то они тут блюют, они к нашему автобусу подходят. Ну, тут у нас есть вот этот вот Чаки, да? Ну, я его так называю, Чаки. Который, кстати, ребятки... Стоп, давайте вот сюда вот бросим. Бам! Который, в принципе, тоже нам помогает как-то. Ладно, теперь берем пехоту. Пехота, она пока что самая слабенькая, ребята. Так, ого, это ярость. Это какая-то ярость, реально. Так, бочка уже у нас есть. Давайте мы уничтожим этого чувака. Все. О, есть. Сейчас мы этого чувачка вызовем, друзья. У нас хватает, в принципе, вот этих вот баночек. Давай, 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 давай. Ну, эту миссию мы быстренько с вами пройдем, даже очень быстренько. Все, второго чувака вызываем. И это получается, ну, деревенщина, да, типа, ну как там, там, по-моему, так и писала, крестьянин или, либо что. Короче, чувачок просто с винтовочкой, это неплохо. Это упрощает нашу с вами работу, как бы они сильнее, чем эти вот, которые обычные. Так, ладненько, друзья, это была первая игра, мы с вами выполнили 4 миссии вообще за все время, но сегодня мы прошли только 2. Я предлагаю эту игрушку закрыть и открыть следующую. Первую катку Бравл Старс мы с вами поиграем за Рико, друзья. Не знаю, или я выиграю за этого бойца, просто он у меня довольно-таки прокачан, и это значит, что сражаться я буду с реально прокачанными бойцами, то есть вот с профессионалами, грубо говоря. Нубиков здесь не будет, тут будут одни профи. Так, там уже, есть один такой же самый чувак. О, ничего себе. Так, ладно, мы же с вами его можем практически добить. У него там мало здоровья, в принципе, было. Давайте мы с ним посоревнуемся. Ой, стоп, у меня здоровье поменьше, чем у него. Давайте я лучше восстановлюсь. У меня уже 3 банки, в принципе, есть. Пока что еще даже никто не погиб, друзья. Чувствую, что первое место мы с вами не возьмем. Но если даже возьмем какое-то второе, то будет, друзья, неплохо. Так, а если мы так вот выстрелим? Оп-оп-оп-оп, все, до свидания. Его мы разбили. Так, теперь этого можно тоже уничтожить. Пока.
Так, оп. Мимо. Пока что, друзья, немножечко замазал я в него. И еще один раз. Давай, пожалуйста. Блин. Короче, Эль Примо. Мы сейчас так их обоих, короче, уничтожим, друзья. Давай, 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 давай. Обоих и Эль Примо тоже уничтожили. Все, три банки, друзья. У нас уже 8 банок. Как ни странно. Так, ульта моя, до свидания. До свидания. И у нас столкновение. Кто там еще остался? Остался еще какой-то один перец, ребята. Мы сейчас полностью... Бул! Блин, в засаде сидел! В засаде сидел! Я прям на него побежал, ребята! Жесть! Это было жестко. Ну, я бы выиграл здесь. Ну, вы сами видели. Короче, ну, просто допустил ошибку, да. Полез в кусты, не проверив их. Ладно, давайте в следующий режим мы с вами поиграем. Бравл Бол. Играть я буду за Розу, друзья. Не знаю вообще... Подходит она к этому режиму или не подходит? Ну, я хочу вот сыграть за нее. Вот хочу за Розу играть, и все. Вот у нас вот такие вот противники, у них совсем другие противники. Хорошо, так, давай, 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 давай. Розочка, все. Одного уничтожила. Так, Була тоже добиваем. Остался Кольт. Кольта тоже добиваем. Давай, давай, быстрее. Ульта моя. И давай, гол! Гол, 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 гол! Есть! Отлично. Ванька про забивает гол. Молодец. В принципе, неплохо, друзья. Неплохая тактическая игра. Так, тут Бул. Бул бежит к воротам. Так, мы берем с вами мяч и бежим в другую сторону. Давайте мы туда вот где-то его бросим. Так, и разбиваем его. Берем нашу ульту и добиваем этого... блин, как его? Добиваем этого чувака. Все, мы его размочили с вами. Сейчас еще этого размочим. Отлично. Все, берите мяч. Давай, дай лучше Ваньке мяч. Ванька профи, мне кажется, в этом деле. Либо давай кому-то пас. Давай кому-то пас, чувак. Давай кому-то пас, реально. Блин. Давай, 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 давай. А, блин, это у врага нашего, то есть у противника. Мяч. Так, ладненько, мы появляемся, ребята. Мяч уже очень близок. Близок к тому, чтобы... Блин, давайте, добивайте. Добивай, добивай, добивай. Все, есть. Есть, давай мяч подальше от врат наших. Давай, давай, давай. Так, этого мы уничтожаем. Все, мяч у нас. Давай, я передал пас. И забивай. Забивай, ну же, блин, чуть-чуть не успели, и давай, 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 блин, друзья, это жестко, это прям махач такой, знаете, мощный, мощнейший махач, так, это чё, куда ты бежишь, Эль Примо, это же, блин, свой просто, стой, 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 не-не-не, ульта, ульта берем, что, так, я взял мяч, ребятки, я взял мяч, и подальше от ворот его, короче, подальше от ворот, все, погнали. Погнали, погнали, погнали. Так, это свой. Защищайте меня быстрее. Быстрее защищайте меня. Так, и давай, гол! Блин, что? Они перехватили наш мяч, ребята. Вот это вот напряженная борьба. Мне нравится, когда вот все так долго происходит. Не-не-не, не-не-не, подальше, подальше. Вот подальше от врат. Давай, 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 давай. Вот где-то туда вот бросаем. Короче, туда вот противником нашим. Бул, подальше толкает этот мячик. Блин, капец, как жестко. Друзья, это реально жестко. Вот за Розу, мне кажется, нормально, если... все, мяч у наших врагов. Был, конечно, у наших врагов. Так, сейчас мы добьем их обоих. Так, давайте ульта, моя ульта. Сейчас мы этого тоже перебьем, давай, 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 давай. Еще ульта, все, есть, давай, Бульчик. Я тут тебя прикрываю, 10 секунд осталось. 10 секунд, чтобы мы выиграли. Мы должны выиграть, ну все, мы и так, друзья, выиграли. Потому что мы забили один гол. Они проиграли, бой окончен. Мы с вами зарабатываем жетон. Сейчас посмотрим, кто Звездный Воин. Алексис Плей тащил всю игру, поэтому я... Звездный Воин, я же закашлялся, друзья, немного. Ладно, закрываем Бравл Старс. Свой жетончик мы с вами заработали. Я, в принципе, доволен. Следующая игра, которую мы с вами поиграем, с Live Camp. Я ее пропустил, поэтому давайте мы ее откроем. В прошлый раз мы с вами остановились на миссии Трипофобия, 5 из 13. Потом откроется новый сюжет. Давайте, друзья, думать, как же нам тут нужно поступить. Мне кажется, что я уже понял все-таки, как тут нужно делать. Наверное, что нужно сначала вот так вот сделать. Все, тот упал в ямку. Этот тоже сейчас упадет в ямку. Отлично. Так, и теперь нам просто нужно вернуться обратно. Да, все очень просто. Когда мы изначально допускаем какую-то ошибку, уже будет сложно выиграть, например. Так, все, мы его уничтожили. Играем, кстати, мы за такого мрачного чувака. Он как-то таки называется мрачнолицей. По-моему, как-то так он называется. Если вы хотите поиграть что-то подобное, ребятки, скачивайте игрушку Friday 13, The Friday 13, потому что эта игра, она платная. Да, она платная. Так, этого мы уничтожили. Чувака, теперь нам с вами... Нужно уничтожить... А, блин, полицейский. Ого, ничего себе. Стоп, убегаем. Блин, меня полиция поймала, блин. Мы были задержаны. Ладно, давайте будем думать. Ой, чувствую, что долго мы будем проходить с вами эти миссии. Они, знаете, такие вот на логику. Тут надо думать постоянно, типа, как играть. Так, но... думаю, что этого можно уничтожить, как бы, да. Этого можно уничтожить. Ну, а вот как дальше, друзья, поступать? Как дальше поступать? Я пока что не в курсе, если честно. Так, а если мы с вами сделаем вот так вот?
А, вот сюда, вот если пойдем, да, уничтожим сразу полицейского, отлично. Все, мы сразу его уничтожили. Теперь мы можем уничтожить этого чувака. До свидания. Так, теперь мы можем уничтожить вот этого вот чувака. Все, готов. И теперь возвращаемся, ребята. Все очень просто. Давайте постараемся пройти еще одну миссию. Опа, по зоне попали. Что это было? Как это я его уничтожил? Он взорвался или что? Так, ладно, следующая и последняя миссия на сегодня — крушение в хижине. 7 из 13. Крушение в хижине. А мы можем эту хижину разбить как-то? Не, никак мы ее не можем. А-а-а, я понял, эти штуки могут на меня свалиться, ребята. Смотрите, оп, и она упала на меня. А, либо я могу толкнуть их на них, да? А, так просто, смотрите. Шатается шкафчик. Шмяк. И все, им хана. Короче, ладно. Бежим тогда к выходу. Да, это была легенькая миссия. Друзья, сейчас мы еще по зоне попадем. И оп, есть, все, отлично. И давайте закроем тогда эту игру. Но следующая игра — это у нас новая игрушка Idle Fitness Gym Tycoon. Итак, друзья, мы начинаем. Я так понимаю, что мы будем играть за этого чувачка, который будет качаться. Он заходит в тренажерный зал. Я так понимаю, да, мы это можем все промотать. Пока что от меня, друзья, ничего нет. То есть я не могу пока что ничего делать. Он, наверное, сейчас проплатит свой абонемент и зайдет в спортзал. Так, все, проходим. Мы зарабатываем даже какие-то денежки. Ничего себе. Так, посетитель, короче, заходит. И сейчас мы, наверное, что-то будем уже здесь строить, да? Будем качаться. Так, дверь захлопнула, вы видели? Что-то тренеру это не понравилось, да? А, мы переоделись, ребятки, мы с вами переоделись. А, второй, смотрите, заходит тоже. А мы за него деньги зарабатываем или нет? Не, наверное, что мы за них, друзья, денег не зарабатываем. Так, все, мы на беговой дорожке. И все, и мы тут... А если мы будем кликать? Что происходит? Не, ничего, в принципе, не происходит. Но пока что, друзья, как-то так. Я, получается, зарабатываю деньги за спортзал. То есть люди сюда приходят, и мы с вами зарабатываем за это денежки. Вот так, эта штука. А, мы можем купить. Мы можем купить новый тренажер. Так, улучшить. И теперь мы будем больше денежек зарабатывать, наверное, да? Так, ну давайте мы прям максимально будем улучшать, пока тут вот пишет, да, что мы можем улучшать. Ладно, все, хватит. И что сейчас? Сейчас он, наверное, будет уже больше денег зарабатывать. Так, а, еще за вход. Сейчас они будут уже за вход платить. Короче, сейчас за все они будут мне тут платить бабосики. Так, улучшить, улучшаем. Так, что дальше? А, мы шкафчики с вами улучшили, да? Хорошо, вот закрываем тогда эту тему. А тут мы что можем улучшить? Блин, тут очень много пишется, я так не люблю. Тут тоже мы что-то можем покупить. Так, давайте, давайте. И закрываем. Короче, за все, друзья, они нам будут платить. Мы, получается, с вами спортзал, который вот только открылся. Это что такое? Так, это какое-то радио. Так, нанять радио. И что? Наверное, теперь оно будет нам тоже приносить какие-то доходы, мне кажется. У нас пока что мало денежек, как бы, друзья. Очень мало. У нас только одна беговая дорожка. Мы можем какую-то вторую поставить беговую дорожку? Так, мы можем ее улучшить, кстати. Так, это что такое? Это тоже... А, ну это очень много стоит. Вот такой, в принципе, друзья, Tycoon у нас с вами. Смотрите, мы за все получаем деньги. Абсолютно за все. Так, улучшить шкафчик можем. Короче, все тут нужно улучшать. Улучшить эти вот велосипеды. Потом тут что еще можно улучшать? Ну, пока что, наверное, все. Ну, короче, смотрите, наш бизнес запускается. Да, наш бизнес запустился. Мы с вами рубаем бабосики на этом, на всем. Это хорошо. Давайте мы будем уже что-то усовершенствовать здесь. Можем поставить новый тренажер? Вот я, например, хочу какой-то новый тренажер, например, купить. Так, ну можно еще улучшить это все. Так, улучшаем, 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 чтобы они нам больше денежек приносили. Теперь он побегал, принес нам денежек. Так, тут много, это все очень стоит. Это что за дабл? А, это, я так понимаю, что покупать нужно. Кстати, смотрите, тут уже очередь, ребята. Надо, наверное, эту вот штуку улучшить, да, чтобы она быстрее, типа, чтобы люди могли быстрее проходить через нее, мне кажется. И тут тоже нужно в шкафчике, наверное, это все улучшить. Они уже в очереди ждут, смотрите, друзья. Реально ждут в очереди просто. Капец. Так, бег. Как мне тут поставить еще одну дорожку, друзья? Я пока что не понимаю, как ее нужно ставить. А, вот, поставим сейчас качал. 10 тысяч стоит. Ё-моё, это очень много. Маркетинг. Дальше показатели потом какие-то. Не, ну это реально очень много, ребятки. Очень и очень много. Какие-то тут спонсоры. Тут уже, смотрите, очередь просто столпилась вообще на этой штуке. Так, где тут у нас очередь? У нас здесь и вот здесь вот очередь, в принципе. Так, давайте мы еще скорость тоже улучшим, чтобы они быстрее заканчивали бегать. Наверное, что все-таки нужно тут скорость прокачивать. И еще нужно вот тут, наверное, все-таки прокачать скорость за 75 монеток. Ну, сейчас, короче, у нас будет уже 75. Все, мы сейчас это все прокачаем. Отлично. Улучшаем. Теперь, наверное...
Ого, как много людей зашло. Смотрите, ребята, мы увеличили шкаф, получается, наш, да? И тут уже начала заходить прям куча людей за раз. Мы сейчас намного больше будем денежек с вами зарабатывать. Так, тут можно улучшить. Это уровень, это скорость. Так, это что такое? Это... А, тренажеры! Вот в чем дело, ребята. Вот уже два тренажера. Блин, вот я Алексей, да? Вот теперь уже два тренажера у нас с вами есть. Отлично. Смотрите, следующий тренажер, третий, мы за 1000 денежек с вами можем поставить. Вот теперь я уже разобрался в этой игрушке. Особо у нас уже нет никаких проблем, нет никаких заторов. И потом вот они отсюда будут уезжать на своих великах, да? Сколько это все стоит? 1 000 000? Не, ну это очень много, ребятки, согласитесь. Это безумно много. Так, это что за бабки? А, это я понял. Это типа автоматы. Это, друзья, обычные автоматы. Так, давайте мы будем тоже прокачивать, например... так, это уровень. Давайте мы прокачаем до следующего уровня. Все, прокачали. Так, доход. Доход $376 в минуту, ребятки. Представляете, сколько мы с вами уже зарабатываем? Так, это VIP-клиенты какие-то. У нас уже очереди практически нигде нету, да? Короче, ладненько, давайте будем тогда заканчивать с этой игрой и будем открывать следующую. Мне, в принципе, эта игрушка понравилась. Ну, а следующая новая игра, и, кстати, она платная, друзья, называется Portal Dogs. Ну что ж, ребятки, погнали. Получается, что играем мы за вот такого вот песика. И я так понимаю, что мне нужно, наверное, косточки вот эти вот собирать, да? О, собачка. Давайте мы его разбудим. Так, все, теперь... О, нас теперь двое. Круто, нам нужно собачек здесь еще этих собирать, оказывается. Так, это что такое? А, ну это первая миссия, в принципе, мы ее с вами прошли. Нам нужно дальше идти, да, нам нужно идти дальше. Отлично, ну первая легкая миссия. Да, друзья, эта игрушка как бы платная. Я надеюсь, что она будет интересная. Если она вам понравится, то можете просто написать об этом в комментариях. Я буду играть в нее почаще. Оба! Так, косточку бы вот тут забрать. Короче, одного песика мы, друзья, с вами... В портал не закинули, и мы, кстати, косточку не нашли. Короче, нам нужно тут не только этих... Так, собачек. Так, может, две собачки собрали, отличненько. Так, нам теперь нужно как-то, друзья, это... Запрыгнуть наверх. О, вот так вот, смотрите. Оп, так, это портал. Одну собачку в портал мы закинули. Сейчас мы еще вторую закинем собачку в портал. Давайте вот сюда вот ее закинем. Давай, заходи. Все, есть. И мы еще, в принципе, на этом не закончили, ребята. А это вот наш портал, королевский, да? А, может быть и закончили, потому что я думаю, что не обязательно того монстра было уничтожать. Да, вот тут мы, наверное, все на идеально прошли. Оп. Ну, косточку вот единственное, что не нашли никакую. Ладно, ладно, ну пока что неплохая такая, знаете, игрушка, мне нравится. В принципе, мне нравится. Так, ого, что-то за замочки такие. А-а-а, свалился. Свалился вниз. Значит, так делать нельзя. Нужно дождаться, друзья, нужно дождаться вот этой вот штуки, пока она опустится. А, она еще и наверх поднимается, ничего себе. Так, нам с вами нужны ключики. Так, все, ну, у нас уже были ключики, что? Ну ладно, давайте еще попробуем разочек. Хорошо, я уже, в принципе, знаю, друзья, что нужно делать. Я просто думал, что ключик не открывает сразу все замки, а он, оказывается, открывает все замки. Погнали чуточку повыше. Тут что у нас есть? Тут колючки какие-то. А, это портал. В этот портал нужно вот этих вот песиков поместить, мне кажется. Так, опа! Блин, чуть-чуть не хватило. Что? Чуть-чуть не допрыгнул. Погодите, а как мне вообще? Мне не надо ключ брать, ребята. Точно, ключ этот не надо брать. Его нужно взять попозже. Его нужно перепрыгнуть. Видите, смотрите. Теперь вот мы его перепрыгиваем, этот ключ. Теперь идем по этим штукам. Видите, с третьего раза аж понял, как тут нужно делать. Так, теперь его нужно в портал. Блин. Все, короче, мы взяли с вами ключ какой-то. Так, а, этот ключ открывает не то, что надо. Так, теперь берем эту косточку. И, друзья, я свалился. Ладно, давайте закрывать уже эту игру. Уже доиграем ее в следующий раз. У нас просто еще три прикольных игрушки. Ну, а следующая, кстати, тоже новая игрушка. У нас сегодня 4 новых игры. Да, реально. Так, это Race Masters. Друзья, сразу гонка. Так, как тут вообще нужно играть? И чё? Погодите, погодите. Мы должны их как-то подбивать, наверное. Ну, давайте нажмем эту штуку. А, я понял. А мы тут газуем вообще как-то или нет? Машинка, наверное, сама едет. Мы просто с вами должны использовать вот эти вот штуки, да? И все. Так, активировали ракеты, выстрелили в них, отлично. Ну это, друзья, это пока что идет, типа обучалочка, да. Я так понимаю, что нужно использовать только вот эти вот штуки, и все. Больше ничто. Так, нужно было щит использовать, отлично. Назад он стреляет. Да, самонаводящиеся ракеты, да, он стреляет назад, ребятки. Это мы, это наши противники, и мы сейчас их добьем. Давай, ракета, бам, так, щит. Щит, 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 щит. А, мы с вами выиграли. Блин, прикольная игра, друзья, мне нравится. Вот реально, мне нравится. Мне вообще нравятся все игры от этого разработчика. То есть, они все безумно интересны. Их можно играть как онлайн, так и офлайн. Так, открыть for free. Давайте мы откроем 4 карты, да?
Так, это какая-то прокачка, ракетки прокачиваются и еще какие-то ракеты. Эта игрушка очень сильно напоминает Танк Старс, да? Практически то же самое. Ракеты, юз. Все, теперь у нас есть еще и другие ракеты и плей. Пока что онлайн, друзья, я играть не могу. Это, короче, бот, которого мы уничтожим. На, получай ракетой. Бум, все, чувак, жди, теперь жди. Так, давай, щит поставили, здорово, мы с вами отбились. Походу, так, снова ракета, привет. Сейчас еще другие, друзья, ракеты мы используем. Так, это у нас турбоускорение. Отличненько. Так, давайте выберем еще щит. Пусть он меня защищает пока. А, он защищает не на долгое время, ребятки. Реально, не на долгое время защищает этот щит. Давайте мы вот эти вот ракеты запустим в него. Бам! Нормасик, нормасик. Оп, я не успел поставить щит. Турбоускорение. И... Е-е-е. А, не, еще не победа. Ну, сейчас будет победа, ребятки. Давайте щит. И еще ракеты. Ну же, в него. Короче, не успела эта ракета до него дойти, но все равно с вами берем первое место. Да, прикольно, то что тут особо, знаете, не надо самим ехать. Как бы игрушка сама едет, вернее, машинка сама едет. Мы просто с вами нажимаем на вот эти вот плюшечки. Так, у нас открыта новая точилка, ничего себе. Мне это нравится. Давайте мы сейчас за нее сыграем. Как тут зайти в гараж? Так, наверное, вот сюда. Вот, так, Cars. Где Cars? А вот Cars. Не, стоп, Cars. Покупаем. А, кристаллов нету, ребята. А вот, вот наша машина. Отлично, все. Здорово. Так, что мы тут можем ей дать? Мы можем ей дать ракеты. Так, юз. Дальше можем их апгрейднуть. Так, это что? Юз тоже. А, она не может. А, у нее уже есть такая штука, я понял. Давайте мы апгрейднем ракетки за 1000. Капец. И это что? Это бета-мобиль. Да, не бета-мобиль, а Бэтмен-мобиль, да? Как он называется? Бэтмен-мобиль. Давайте еще одну миссию с вами проедем. И хватит. Так, Чарптер. Что мы... Это Чарптер проехали? А, три сейчас... Три заезда нужно выиграть, да, я так понимаю? А что можем сюда еще добавить? Ну, сюда я, наверное, ничего не могу добавить. Не хватает мне ничего. А, нет, все-таки ракеты все-таки могу сюда добавить. Да, ладненько, ребятки. Все, погнали, погнали. Быстрее уже начинаем. Начинаем. Плей. Третья, последняя катка. О, тут уже два бойца. Ничего себе, это уже будет интереснее, ребята. Так, давайте сразу ракеты. Привет. Отличненько. Так, мана, 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 мана. Так, о, он тоже его бомбит, смотрите, эти двое. Я от них подальше оторвался. Нужно хотя бы одну жертву уничтожить, и тогда будет бомба. Так, щит я вызвал, но я забываю, что, друзья, щит нужно использовать только тогда, когда по мне атакуют. Оп, а мы не увернулись. Нет, друзья, мы с вами не увернулись, к сожалению. Так, мне всегда нужно наготове держать щит, потому что в меня в любой момент могут полететь ракеты просто. И все, так, давайте турбоускорение. И ракеты полетели в меня, мы с вами используем щит. Все, щит отбил ракеты. Это мы сейчас уничтожим. Давай, 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 давай. И вторые ракеты еще запускаем. Второго персонажика, да, друзья, это снова первое место. Открываем тогда предпоследнюю игру на сегодня. Это Sonic Forces. Друзья, в прошлый раз я открыл себе нового персонажа. Вот такого вот робота. И первую катку мы с вами поиграем за него. Ну, для начала мы, наверное, можем как-то его обновить. Не хватает у нас, в принципе, денежек, этих колечек, чтобы его обновить. Ну, давайте, в принципе, так, побегаем за него. Итак, игрушка находит нам противников. Это онлайн-игра, друзья. Тут можно онлайн играть. И мне что-то вот кажется, что я реально буду соревноваться с реально живыми людьми. Так, ну все, друзья, стартуем. И погнали, короче. Управление здесь прикольненькое. Само по себе мне оно нравится. Стоп, блин, я сразу врезался, короче. Да, я чуть-чуть тупанул, друзья. С кем не бывает. Так, тут нужно перепрыгнуть эту штуку. Давайте колечки мы заберем. Вот эту штуку нужно... Блин, прям передо мной она стала, эта штука. Ну, капец. Почему так вот, а? Блин, обратно врезался. Капец, друзья. Чувствую, что я сейчас проиграю, наверное, еще. Я самый последний пока что. Да, реально, вот тут очень сложно вообще играть в эти вот игрушки, потому что перед вами постоянно какие-то препятствия появляются. Вот вы их не видите, а потом они берут просто и появляются. Это реально немножко напрягает. Кстати, мы можем какие-то плюшки вот такие вот использовать. Вот так, хоп. Так, в сторону ушли, можно колючки еще ставить какие-то, смотрите, оп, и что я сделал, что я вот сейчас реально сделал, так, ускоряемся, ребята, ускоряемся, мы сейчас с вами на первом месте будем, блин, ну если, конечно, если бы я, конечно, не врезался, то, может быть, я тогда был бы и на первом месте, но я врезался, к сожалению, и сейчас мы с вами находимся на втором месте, все равно в какую-то преграду я вгнался, так, теперь сюда, вот, воу, обратно влетел, блин, куда-то, так, давайте какую-то способность использовать, так, снова не перепрыгнул, короче, друзья, это сложный раннер, по-моему, что... У нас третье место. Блин, ну это уже хорошо. Друзья, я просто помню свои самые первые забеги. Это было... Это был кошмар какой-то. Надеюсь, что хотя бы за Соника, друзья, нам с вами удастся взять какое-то более-менее призовое место. Посмотрим, ребятки, посмотрим.
Так, кстати, вот эти вот плюшечки, мне нужно как-то управление так настроить, именно, чтобы я их мог использовать. Вот так, вот такие вот, видите? Чтобы я мог там подрывать кого-то там, либо еще что-то. Ой, так, эту плюшку можно было взять, ребятки. Так, пока что у нас все хорошо. Пока что все даже очень хорошо. Так, эти штуки мы нельзя нам их брать, отличненько. Вот такой вот подкатик сделали. Отлично, отлично, отлично. Так, эту штуку, стоп. Берем эти звездочки. Давайте мы еще эту вот штуку возьмем. Так, это какое-то турбоускорение. Я, кстати, там врезался куда-то. Прыгаем, ребятки, у нас много с вами этих колечек. И я, блин, я выбиваю, выбиваются эти мои колечки. Капец. Так, эту штуку мы тоже берем. Друзья, играем мы онлайн, как я уже сказал. Реальные живые противники, блин. Кольца, теряем, ребята, кольца. Так, ладно, давайте мы тогда будем меньше там на кольца обращать внимание, а больше будем смотреть, чтобы не врезаться. И какой там, блин, врезался обратно. Ребята, я последний бегу, представляете? Мне это не нравится, что я последний. Давай, Соник, газуй. О, отлично, кто-то там врезался, ребята. Так, мы с вами уже вторые. Неплохо. Так, снова подпрыгиваем, подпрыгиваем. Блин, и я врезаюсь там какого-то, блин, робота. Ну, капец. Так, это что, финиш? Второе место? Второе место, ребята. Ура. Ну, второе это уже не третье. Ладно, ребята, давайте тогда закрывать эту игру и приступаем к последней игре на сегодня. Это у нас Skate Teacher. Давайте откроем первую миссию и выполним. Так, на чем мы тут остановились? Party Pooper какой-то. Я даже не знаю, что это такое. Что тут нужно делать? И давайте мы покупаем рекомендованные предметы. Ну и давайте, конечно же, посмотрим вот это вот видео. Что она тут делает? Я так понимаю, что она будет готовить что-то. А, уже приготовил. Happy birthday. То есть нам нужно испортить ей тортик. Все очень просто. Так, the fire cakes. Угу. Окей, я понял, короче. Но эту штуку мы можем купить, ребята. Вот эта вот штука, мы ее сразу покупаем. Так, следующая миссия, что нам нужно сделать. Так, the cake is located in the main hall. Короче, смотрим, куда она его поставит. Это все? Это все, что нам нужно сделать? Это не может быть. Если я, наверное, это сделаю, я, наверное, проиграю. Так, Соник обновился. Она поставила, короче, этот тортик и уходит. Давай, заходи в какой-то дом. Больше подсказок, друзья, нету. Либо нам нужно просто взять этот торт. Сейчас, короче, посмотрим, друзья, посмотрим. Так, все, она вроде бы зашла куда-то, да? Да, она зашла. И подходим вот сюда, вот к этому тортику. И что нам нужно сделать? Так, давайте нажмем сюда. Так, все есть. Теперь что? Так, теперь чего? Короче, я пока что не понял, друзья, не понял, что нужно сделать. Давайте мы возьмем еще одну подсказку. А, веревка мне нужна, да? Мне нужна какая-то веревка. Стоп, меня заметили, ребятки, меня заметили. Давайте убежим. Пока что убегаем отсюда и сейчас будем разбираться. Все же, что нам тут нужно делать? Нам нужно теперь найти какую-то веревку и обвязать ее вокруг кейка, ребята. Веревка находится возле кейка. Так, давай, училка, заходи. Все, отлично, она зашла. Главное, чтобы она сейчас не начала есть тортик. Ребята, если она начнет сейчас есть торт, то мы с вами проиграем. Мы проиграем тогда эту миссию. Не, пожалуйста, только не ешь торт. Я тебя прошу. Вот эта веревка, ребята. Она сейчас спалит контору. Да, мы проиграли, друзья. Давайте быстренько реплей сделаем. Тут нужно было просто делать все и очень быстро. Так, покупаем эту штуку. И веревка находится прям возле тортика. Она будет там находиться. Кстати, вот эту вот штуку можно, друзья, просто найти. Значит так, смотрите. The cake is located, я понял где. Все, нам нужно просто найти торт и затыкнуть туда свечу. Все очень просто. Вот она сейчас зайдет в холл. Вот она уже заходит. Сейчас она затыкнет туда свечу. И потом там рядышком, друзья, нам надо... Вот, смотрите. Давайте посмотрим, где тут веревочки. Так, она поставила тортик. И она сваливает. Там где-то должны быть веревочки. Мы должны с вами их найти. О, она идет наверх. Это хорошо, то, что она идет наверх. Это значит, что она там может быть долго. Очень долго. Пока что новых подсказок пока что еще нету. Ладно, ладно. Ну, сейчас появятся старые подсказки. Так, все, она сейчас зайдет в какую-то комнатку, и мы с вами сразу открываем дверь. Все, есть, давай, заходим сюда. Так, и нам нужно найти какие-то веревки.
Так, вот, вот эти вот веревки нам, скорее всего, нужно будет найти. Блин, давай. Да, вот, ребятки, вот эти вот веревки нам нужно будет найти. Отлично. Так, теперь что нам нужно сделать? Теперь первым делом нам нужно затыкнуть сюда свечу. Теперь берем веревки. И. А, обмотали их. А теперь что? А, все, друзья. А вот теперь run away. Вот теперь run away отсюда. Убегаем. Все, есть. Убежали. И сейчас все должно быть верно, да. Мы с вами должны правильно все поступить. Давайте заберем эту звездочку. Нет, скажем, их 2 миллиона. Либо 2 миллиарда. Этих звездочек еще будет одна. Смотрите, друзья, что сейчас будет. Такая подарочная свеча, да? Happy birthday to me. La-la-la-la. Happy birthday to me. La-la-la-la. Да, друзья, мы с вами выполнили эту миссию. Отличненько. Ну что ж, в принципе, на этом свое видео я буду заканчивать. Кому оно понравилось, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был я, Алексис. Всем удачи, всем пока!